Всем большой привет! Сегодня я предлагаю приготовить вам капкейки. Капкейки я буду готовить ванильные, со сливочным кремом, и в конце я их украшу. Этот рецепт всегда получается, он очень прост в приготовлении, и эти капкейки очень подойдут, например, на день рождения. Крем ведет себя очень хорошо даже в 35-градусную жару. Капкейки получаются очень-очень воздушные, с очень ароматным сливочным вкусом. Для приготовления нам понадобится яйца, сахар, сливочное масло, мука, разрыхлитель и экстракт ванили. Масло должно быть очень-очень мягким. У меня вот масло еще не совсем растаяло, поэтому я его нарежу на маленькие кусочки и еще немного подожду. 150 грамм сливочного масла выкладываем в емкость. К маслу добавляем 150 грамм сахара. Сначала хорошо разминаем ложкой, а затем взбиваем миксером. На моем канале есть другие рецепты выпечки, тортов и кексов. Ссылки я вам оставлю в описании под видео. И также сразу нажмите на колокольчик, чтобы подписаться на мой канал. Вас ожидают новые и оригинальные рецепты. В смесь сливочного масла и сахара по одному добавляем яйца и продолжаем взбивать. Добавляем 1 чайную ложку экстракта ванили и еще недолго взбиваем. Одну чайную ложку разрыхлителя добавляем в 175 грамм муки и хорошо перемешиваем. Муку постепенно добавляем в заранее замешанное тесто и взбиваем миксером. Данного количества ингредиентов хватает на 12 капкейков. Добавляем оставшуюся муку и продолжаем перемешивать миксером. Тесто готово, начинаем заполнять наши формочки. У меня формочки силиконовые и вот такие другие формочки, в которые я положила бумажные капсулы. Заполняем на 2/3 бумажные капсулы. Можно выпекать также прямо без бумажных капсул. Если вы не уверены в своих формочках, то смажьте их сливочным маслом. Отправляем запекаться капкейки в заранее разогретую до 180 градусов духовку на 20 минут. Готовность проверяем зубочисткой, она должна выйти сухой. Сейчас я вам разломаю один капкейк и покажу, какой он получился внутри. Как вы видите, он получается очень воздушный, ароматный и с приятным сливочным вкусом. Приготовим крем. Для этого нам понадобится сливочное масло, сахарная пудра, экстракт ванили и 2 столовые ложки молока. Смешиваем 200 грамм сливочного масла с 200 граммами сахарной пудры, но я добавила поменьше масла и пудры, потому что это слишком много для нас. И хорошо взбиваем миксером. Вы же смотрите сами, если вы любите послаще и понасыщеннее, то добавляйте так, как указано по рецепту. Затем добавляем 2 столовые ложки молока и продолжаем взбивать.
Добавляем 1 чайную ложку экстракта ванили. Если вы хотите, чтобы капкейки у вас были с кремом какого-то цвета, у меня, например, это розовый цвет, то добавьте пищевой краситель. Добавляем краситель и продолжаем взбивать. Крем готовится очень-очень просто. И как я уже говорила, я еще раз подчеркну, что он очень-очень хорошо держится на капкейках даже в очень жаркую погоду. Крем готов, перекладываем его в кондитерский мешок. Вот все готово. Также у меня разные присыпки для украшения. Начинаем наполнять кремом капкейки. Украсить капкейки можно разными присыпками. У меня это сахарные жемчужинки, разноцветные присыпки, M&M's. Украшайте на свое усмотрение, это на вкус каждого. Капкейки получаются безумно вкусные, очень хороший рецепт на праздник, просто к чаю. И они очень хорошо держат форму, смотрятся красиво. Очень советую попробовать этот рецепт. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, делитесь видео с друзьями. А я вам желаю прекрасного настроения и приятного аппетита!